спортсмены области из детских домов. Я вас еще раз, дорогие друзья, поздравляю с сегодняшним событием, с замечательным праздником, с тем, что в рамках этого замечательного спортивного дня мы даем старт подготовке первому фестивалю национальных видов спорта и игр государств, участников СНГ. И мне сегодня большая честь быть здесь, в замечательном городе Ульяновск, с которым у меня уже связано очень много всего доброго, яркого, открытого. Председатель Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Галиева Жамиля Захирьевич. И работать по-новому. Автомобиль. Есть! Представитель!